Или что ли? В эти гонки? Давайте. О, тут. О, ребят, давайте с ним потанцуем. Точно в таком же виде. Давайте достаем танец. И так, это не танец. Это не танец, я случайно беру. Так, где это? Тут. Прикольно, мне нравится. О, ребята, давайте с ним потанцуем. И, кстати, ребят, я хочу вас попросить о кое-чем заметить. Так, ребят, подождите. Я хочу вас попросить заметить кое-что. Смотрите. Если я не ошибаюсь, они одинаково танцуют. Ладно, давайте пойдем сюда, на коньки. Давайте. Гау! Блин, мне так нравится, когда этот голос говорит. Гау! Он такой прикольный. О, это же мелодия из той песни для красных. Ну, для красных. От которой красная команда будет. Эта песня совпадает. Помните? Опа! Задели. Ох, как тут все сложно. Какие сложные секции. Господи, интересно, как разработчики это все рисуют, это же. Ого-го, извините, тоже сложно. Вот это. Я, конечно, понимаю, это все хорошо, но разработчики, мне кажется, очень стараются уж. Быстрее, мне надо. А, нет, все, 30, блин. Блин, я не буду играть, у меня 34. 35 точек. Да, давайте следующий еще раз сыграем. А то это у меня чуть не то получается. Кстати, ребят, когда у нас в следующем уже году будет невесомость, то если опять так же будет красная и синяя, то я опять буду голосование. У нас у меня периодически на моем канале будут голосования. Так что вот. Как что следите. И на Новый год я, наверное, придумаю, кто лучше или что-нибудь еще. Короче, что-нибудь я подумаю на голосование. У меня будут еще на канале голосования. Вот. Такой у меня веселенький игровый канал. Теперь у меня. Опа. Ладно. Короче, у меня будут теперь голосования, я придумаю. Оп. Нет, я хочу забрать пятерку. Давайте, ребят, нам надо ускориться, что ли. Так, ладно. Так. Да. Давайте, ребят, быстрее. Опа, забрали. Мы огромными словами молодечики. Отлично, ребят, давайте нам бы хорошенечко было не набрать 30. О, у нас вроде 30-25. Мне второе место, я хочу первое. Давайте еще раз сыграем. Как раз нам дадут сундучок, если мы доиграем. А, нет! Я так не люблю. Чудо у меня такое. Интересно, для чего вот эти штуки, которые вот эти по бокам тут расставлены, они для чего? Они указывают, куда ехать, если я не ошибаюсь. Кто знает, напишите. А то я еще не поняла. А что они означают? Они реально показывают, куда надо ехать? Вот эти. Или что они надо? Вот эти, которые по мне фиолетовые стояли. Со стрелочками. Они реально указывают? Оп! Так. Давайте, ребят, все. Нам надо ускоряемся. Нет. Не хочу. Нет. У нас 32. Так, 950 монет. И 2 самоцветика. И ковер. Мы за него не сохранили. Так, подождите. Сюда. Так,
Подождите. Такой сюда, сюда. Вот так пока будет. Ладно. Дальше. Гау! Еще один раз сыграем и уже пойду на ссылку, наверное. Вот эти штуки, что они означают? Объясните. Пишите в комментариях, пожалуйста, кто знает. Так, он... Забираю. Давай, забирайся. Блин, ребята, у нас будет опять 30. Если мы не ускоримся. А не, у нас сейчас уже все будет 30. Они опять что-то... А что они этот рекорд, блин, удаляют? 19-19. Он что, сейчас все время играет? Нечестно, они его не удаляют. Они должны были удалить. Так, ребят, смотрите, получается вот такая штука, она если... Так, так. Где же она? Вот она. Ребят, смотрите, если я ее так вытягиваю, то она делает так. Ну, она либо... Либо это, либо кулак, либо руку вперед просто ладошкой. А она теперь просто так делает. Ладно. Или это боксон, что мне так делал. Чё? Вот, короче, заходим в дом. И кстати, так вот. И так, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!